Вот она, настоящая русская свадьба, а точнее славянская. Вступление в брак издавна сопровождалось соблюдением различных обрядов, призывающих благословение предков и богов, а также народными гуляниями и, конечно, пиром на весь мир. Готовясь к свадьбе, Алексей и Дарья изучили ритуалы древних свадеб и переняли опыт друзей. Было очень много информации изучено, просмотрено, проанализировано. Я изучала сначала индийскую тематику, потом поняла, что надо возвращаться к родным корням, что у нас все гораздо мудрее, глубже, интереснее. И так постепенно приходит осознание того, что значит для нас наша родная культура. Внутренний настрой. Благословение родителей обязательно. Да, благословение родителей обязательно. И естественность, наверное. То есть не должно быть никакой наигранности, а должно уйти это все от сердца. В славянской свадьбе принимают участие все гости праздника. Особая важность придается самому главному и серьезному ритуалу свадьбы – обряду венчания. Мы очень готовились к этому, настраивались долго. Да, да. То есть... Может быть, наши гости, они воспримут это пока как какой-то маскарад, праздник, но... Да, кто-то говорит, что маскарад, там, спектакль, но для нас это именно вот... Обряд настоящий. Вопреки страхам молодоженов, гостям свадьба запомнилась своей искренностью и весельем. Чувствуется, да, что он не получился бы, если бы люди сами не принимали участие непосредственно. Ну, очень было интересно венчание. Необычно. Ну, а кроме внешних обрядов и праздников, самое первое – это надо проявлять здравомыслие, жить по совести, любить друг друга, главное, да, всех добра, окружающих. Да. Любить природу, матушку. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Это самое основное. То есть тут нет каких-то шаманских плясок вокруг огня. Самое главное – это твоя внутренняя жизнь. Кто знает свою историю, тот управляет будущим. У нас есть что позаимствовать из опыта предков наших, потому что они жили очень здорово, счастливо, ладно, друг с другом. Чего, к сожалению, не всегда хватает в нашей современной жизни. Хочется, чтобы побольше было таких людей, такой свадьбы. Ну что, на самом деле люди соскучились по естеству. Хороший вопрос. Он должен просыпаться каждый сам. Тут, если можно, будешь будить, да, не разбудишь. Можно дать информацию, помочь немножко, подтолкнуть, но... Личным примером. Я голубки, я моя, человеку пою тебя тут. Только один голубок не бьет, не ест, только один голубок.